Нет, спасибо. Глупо. Это же ответ. Ответ на все. И это вам очень нужно. Вы станете счастливым. Радуйтесь жизни. Сьюзан. Сьюзан, он здесь. Филипп, слава богу, нашелся. Отстань. Пойдем домой. Отстань, мам. Я дома, видишь? Это лучшее место на свете. Здесь нельзя оставаться. Идем домой. Отвяжись. Кто это? Твой новый жеребец? Умеешь выбирать. Но у тебя школа. К черту школу. У меня эйфория. Попробуй, ма. Лучше не бывает. Ты не можешь здесь остаться. Я совершеннолетний здесь. Что хочу, то и делаю. Ты украл мою машину. Она в полиции. Забирай. Она мне не нужна. Филипп, отведи меня туда. Уйди. Отстань от меня. Что с тобой? Филипп! Филипп! Что тут у вас? Разойдитесь. Филипп, вернись! Дело в том, мэм, что здесь ваш сын совершеннолетний. Если хочет остаться, силой его не увезешь. А он хочет остаться. Все хотят. Они наркоманы. Но он еще ребенок, он не ведал, что творит. Нет, 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 он знал. Все знали. По всему городу развешаны предостережения. Если это сильный наркотик, почему его разрешили? Сынок, у нас была серьезная проблема с наркотиками. Со всеми вытекающими. Мы все перепробовали. Наказание за торговлю, за употребление. Жесткие меры, очень жесткие меры. Тюрьма, публичные наказания. Но итог один. Некоторым просто необходим кайф. И мы придумали радикальное решение. Эйфория. Синтетический наркотик, сильный, легальный, вызывающий зависимость. Мы всех предостерегаем, но, как я уже сказал, некоторые не могут без кайфа. Одна доза, и все, они наши. Город контролирует поставки, так что мы были в состоянии сделать его доступным для всех. Живите в наших лагерях, ешьте за наш счет и выполняйте кое-какую работу. Уборка мусора, стрижка газонов, мытье туалетов, и получите эйфорию. А ночью танцуй до упада. Ломка настолько сильна, что все платят. Поразительное достижение. Наркотик так силен, что подавляет даже сексуальный инстинкт. Значит, Филипп будет мыть туалеты до конца жизни? Никакого секса? Он не женится? Я не увижу внуков? Какая ирония. Американцы сражались за свободу, потом против рабства. Как же они распорядились свободой? Стали рабами. Но они ведь люди, у них есть права. Они не знали, на что идут. Они сделали выбор. Взгляните на них. Они кажутся вам несчастными? Простая, счастливая жизнь, никаких решений, ответственности, никаких проблем. Они нашли ответ. А вы уверены, что ваша жизнь лучше? Они как животные. Мы все животные. Просто у некоторых другие приоритеты, только и всего. Но вне зависимости от приоритетов, Бентон – чудесное место. Нет, это кошмар. Прошу вас, верните мне сына, я все сделаю. У вас три варианта. Первый. Вы поселитесь здесь, в зоне свободной от эйфории, и сможете хотя бы с ним видеться. Иногда дети даже работают на своих родителей, так сказать, возвращают долги. Второй. Возвращайтесь домой, постарайтесь занять жизнь чем-то еще. Или третий. Присоединяйтесь. Что мне делать? Вы умный. Скажите. Не знаю. То есть я бы хотел увидеть своего сына. Но он не хочет меня видеть. Господи, как хорошо.
Я не знала, что бывает такое счастье. Ну, а ты, сынок? Хочешь? Нет, спасибо. Я пас. Айвс, у меня новенькая, и я накормил уборщицу. Пришли смотрителя. Вас понял. Значит, вам нужен мотель. Плюс вам полагается $300 премия. Премия? Да, новая работница. А у нас за это платят.